добрый день. Сегодня начали посадочку своих петуний. Лобелия у нас уже посажена, а сейчас вот занимаюсь посадкой петунии. Ну, что хочу сказать, как я приготовила свой грунт. Я все время готовлю грунт, вместе перемешиваю покупной грунт, покупаю цветочный грунт. И, ну, фирму не буду говорить, ничего не буду пакеты эти поднимать, показывать. Цветочный грунт хороший, рыхлый такой, хорошего качества. Ну и плюс моя земля, которая у нас готовится на даче. То есть это компост, обыкновенный компост. Я перемешиваю его 3:1, то есть 3 совочка делаю хорошей покупной земелечки, ну и свои хорошие совочек тоже кидаю. И плюс ко всему еще насыпаю золу. И прежде чем, конечно, свой грунт перемешать с цветочным покупным, обязательно проливаю марганцовкой. Вот люблю ей пользоваться, нравится она мне замечательно, ничего у меня, никаких ножек не бывает черных. И, в общем-то, растет все хорошо, и помидорчики, и огурчики, и плюс цветочки. Все вроде бы как пока благополучно. Конечно, все это соблюдается и с температурным режимом, и с проветриванием. Все это нужно, конечно, соблюдать. Но вот землю делаю так, по-своему. Может быть, кому-то это не так нравится, кому-то по-другому, кто-то из чистого грунта делает. Я вот говорю так, как делаю я. Ну вот пакетики открыла, да, девочки, еще у меня радость сегодня. Я ездила за грунтом в цветочный магазин, чтобы пересадить орхидеи. Вот есть роличек, уже появился, как я пересаживала. И у девочек спросила опять про это вот, про свою любимую петунию. И вот посмотрите, я все-таки ее нашла, попала, видимо, вот в привоз, но фирма только другая, Гавриш. Я уже отрезала, посадила, чтобы большое видео не делать. Начала уже посадочку и вот включила камеру, думаю, чуть-чуть кусочек покажу, поговорю со своими подписчиками. И, в общем-то, вот фирма Аэлита, вот она также выпускает. И, в общем-то, вот такая вот упаковочка у нее, Пикоти Вельвет F1. А та была фирма Поиск. А это вот Гавриш купила, уже несколько упаковочек купила. Вот нравится она мне такая по цвету и все, что хотите. Уже посадила в средний вот сюда стаканчик, вот такого плана стаканчики на первое время. Сейчас уберу в подоничек, все покажу. Ну вот разрезала, два посадила уже вот пакетика. Здесь получается пакетики и по 10 штучек есть, и по 7 штучек, и по 5 штучек. Ну в общем я по 5 штучек, мне пока вот хватает вот этого места. То есть проливаю я землю еще раз, смешиваю, конечно, вот то, что пролила марганцовочкой с хорошей землей, еще раз повторяюсь. А потом еще раз проливаю, вот с прыскаем я уже все сделала, немножечко утрамбовываю вот такими грабельками маленькими, хорошенькими. Утрамбую все как следует, чтобы зернышки туда вот наши не проваливались. Ну и все, и начинаем посадку, как обычно. То есть уже вот в готовую землю. Сейчас буду сажать пока вот кустовые, которые по росту где-то до 40 сантиметров, они небольшие. Вот. А потом уже займусь своими вот этими каскадными ампельными петуниями посажу. Ну вот посмотрите, что здесь 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Просто почему смотрю, потому что попадает иногда вместо 10 кладут 8, вместо 7 кладут 5, бывает такое. Ну вот сейчас вот посчитала, все так хорошо, все удачно. Ну вот можно взять, значит, или зубочисточку помочить, кончик зубочистки, тоже очень удобно, гранулки. Но я вот люблю, привыкла руками, аккуратненько все тут разложу. Они такие пока еще жесткие гранулки, потом после того, как положишь и разместишь, как там удобно вам в этом горшочке, нужно, конечно, обязательно полить эти гранулки. Они потом в процессе вот того, что образуется очень большая влажность на поверхности, они потом, эти гранулки, рассыпаются. И то есть вот эта семечка уже потом остается на земельке и начинаются вот наши процессы восхождения наших вот маленьких-маленьких посадочек вот этих. Ну вот уже даже вот дотронулась то, что посадила раньше, а это вот при вас посадила. Сейчас прольем, вот так опрыскаем, сделаем большую влагу хорошую.
Ну, не буду ваше время занимать. У меня вот сейчас буду сажать флеритуни еще вот два вида. И еще вот пикати, еще вот смесь у меня есть. Это вот то, что я первый раз купила, но сегодня приобрела прям довольно свое, ту, которую хотела. Вот такой контейнер небольшой, покажу вам. Небольшой. Они вот по два таких, по две таких формочки, по шесть горшочков устанавливаются вот сюда. Вот так вот, посмотрите, вот. Очень простое, не очень дорогое, дешевое все. Или можно закрыть стеклышком, или можно закрыть целлофановым пакетиком. Вот. И вот такой верх. Замечательный контейнер, замечательная такая у нас тепличка получается. Ну и со временем, где-то через 10-12 дней, может быть даже через 15, смотри, какие условия в комнате будут созданы. Лучше всего, конечно, 20-25 градусов потеплее было, чтобы не было от окон холода никакого не шло, чтобы было тепленько. У нас вот батареи большие, у нас тепла хватает. И у меня еще есть такой приборчик, который определяет и влажность. Еще старый-старый прибор остался от родителей, очень хороший и удобный. Показывает влажность воздуха, показывает давление, и показывает давление воздуха и показывает температуру воздуха в комнате. Так что вот я ориентируюсь на это все. И обязательно под подсветочку, под хорошую, я ставлю вот где-то на 12 часов. Включаешь в 8 утра, допустим, и до 8 вечера у нас эта лампочка горит. Ну, она немного света берет, и, в принципе, этого достаточно для цветов, и нас это устраивает. Ну, вот так, вот такая посадка петуни сегодня свершится. Сейчас до конца все доделаю, и будем выращивать потихонечку наши петуньки. Уже хочется очень, вот покопалась в земле. Так хорошо, так тянется уже вот сердце и руки на дачу, что вот, вот такие даже процедуры прям очень-очень приятны. Всего хорошего. Всем, кому было полезно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Буду очень рада общению. Всего хорошего вам. До новых встреч!